Прямой эфир – это большой трудоемкий процесс. Он требует тщательной подготовки оборудования, высокого профессионализма сотрудников телекомпании и слаженности действий всего коллектива. Прямой эфир состоялся. Работает весь штат наших журналистов, операторов, монтажеров, технический состав. То есть это очень трудоемкий процесс, начиная от создания канала связи, от места проведено, возьмем даже администрацию, да, откуда прямой эфир был, чтобы создать канал связи от администрации до головной станции, требуется большое количество трудозатрат. Готовиться медиахолдинг ТВК начал за 3 недели. Инженерам, видеооператорам, режиссеру, монтажеру выдали должностные инструкции. Проверили исправность аудиомикшера, кабелей, аудио- и видеооборудования и другой аппаратуры. Подготовили заставки и титры. Основной частью организации прямого эфира занимаются инженеры. Организую правильную поставку потока видео и аудио на телевидение, то есть на нашу головную станцию. День прямого эфира. Необходимо привести и настроить всю аппаратуру, организовать канал связи, проверить приемопередающее оборудование. Для передачи сигнала используются серверы для вещания эфира. Один выездной, его привезли в здание администрации, другой находится на головной станции медиахолдинга ТВК. Сигнал сначала поступает на выездной, потом идет на головную станцию, а оттуда абонентам. Камера, мотор. В номинации «Верность призванию» вручается Марине Григорьевне Блиновой, медицинской сестре-анестезисту Берской центральной городской больницы. Поскольку видеозапись в реальном времени редактировать невозможно, обеспечивает красивую картинку режиссер, переключая камеры с помощью специальной программы. В преддверии нашего общего праздника хочу прежде всего от имени Совета, Городского совета ветеранов, поздравить вас с днем города, с днем рождения нас всех. Пока зритель видит один ракурс, в это время операторы ищут другой план, ведь надо успеть показать всех в зале. Час напряженной работы, и вот прямой эфир закончен. После этого наши видеомонтажеры смонтировали видео с церемонии вручения свидетельств. Полную версию мы выложили на нашем сайте и на наших страницах в социальных сетях.